Поехали мы навестить наших друзей. Они живут не в самой деревне, а немножечко подальше на озере. Вот сюда нам, наверное, да? I'm not sure, ну ладно, проверим. Здесь озеро, лодки, катание, в общем, все такое. Мы можем тут парковаться или тут только для жильцов? Окей, вот там такой симпатичный магазинчик, очень-очень меня привлекает. Но мы не пойдем в него. Нет? Не пойдем? Mm-hmm. Не пойдем. Видите, какое интересное здание. И вот здесь вот, ну как гостиница, но такой больше пансионатного типа. Санаторий такой. И здесь вот такие вот комнаты, номера. Это все стоит на берегу озера. Очень приятно. Вот это вид. Вот это красота. Меня посадили в каноэ, как старого индейца, и заставили грести. У меня вон весло. И плывем мы, посмотрите, какое большое озеро. Плывем мы на остров, там, говорят, есть остров, там, говорят, очень красиво. Да, не раскачивайся. Хорошо. Поворачиваешься. Я извиняюсь. Больше не буду. Лучше назад, руку назад, не через себя. Нет, я не могу так. Боже ты мой, какая здесь красота. Какая природа. И вот здесь вот у людей стоят дома, прямо на берегу озера. И они в них живут. Ну, вернее, это дача, скорее всего. Такое небо, все в тучах. Ого! Thank you.
что, сегодня суббота. Снимаю вам горнолыжный курортный стрит-стайл, который, ну, какой есть, такой снимаю. Ну, смотрите, я без комментариев, как бы. Здесь люди одеваются очень просто. Я набрала с собой всяких нарядных вещей на вечер больше, на самом деле, чем на день. Потому что я, ну, мы... Здесь красивые рестораны есть, какие-то ночные бары. Я уж там не снимаю, потому что там темно. Но на самом деле, как бы днем, вот в обычное время дня, люди одеваются очень просто. Вы видите, все абсолютно одеты в такую полуспортивную одежду, шорты, майки, какие-то вот сандали, кроссовки, шлепанцы и больше ничего. Я плохо вижу, что я снимаю, на самом деле, потому что солнце очень отсвечивает на экран. Я вообще не знаю, насколько хватит моего телефона, потому что я сижу на солнце. Может быть, надо перейти в тенечек. Сейчас я попробую. Потому что у меня сейчас телефон сядет. Погодка чудесная. Люди одеты очень легко. Вчера было прохладно, а сегодня уже хорошо. Вот сейчас я сяду здесь в тенечек, чтобы у меня телефон не хандрил. Я буду видеть, что я снимаю. Надеюсь, никто на меня здесь не в обиде будет, что я с телефоном. Ну вот, вы видите, есть люди одеты посимпатичнее. Вот девушка идет в комбинезоне в таком красивом. А в основном все очень-очень просто, очень обыденно. И никто не наряжается. Я сижу в сарафане в летнем, я нарядная. Потому что, как вы видите, в основном все вот в брюках, в шортах. И нарядных людей вообще нету. Ну, к вечеру приоденутся, конечно. А вот днем... Вот такой стрит-стайл, с позволения сказать, если вы понимаете, о чем я говорю, потому что вот эти вот курорты, ну, люди сюда приезжают за горами, за озерами, за велосипедами. Здесь очень красивые трейлы в горах, здесь очень красивые озера, можно купаться. И я вам показывала вчера картинки с... Вот наши друзья, где живут. Вот девушка, видите, красивое платье. Красное, нарядное. Очень симпатичное. А я вам показывала вчера картинки с вид из окна наших друзей на озере, где они живут. И, в общем-то, вы понимаете, какие здесь красивые виды. И как здесь прекрасно можно отдыхать. А зимой здесь лыжи. Но вечером, конечно, люди приодеваются. Потом приезжает молодежь, местная молодежь из Монреаля, из окрестных деревень. И тусят здесь в парах, в пабах, ресторанах. Может быть, я сниму, может нет, как получится, я не знаю. Потому что в таких местах обычно люди не любят, когда их снимают. Потому как люди не очень трезвые, люди так веселятся, тусят, бузят. И не всегда любят, когда кто-то их снимает. Потому что никто не знает, куда пойдет эта съемка и кто ее увидит. А вот так вот просто днем я тут села на пригорке, можно сказать, и решила вам поснимать, чтобы вы имели представление, что, конечно, у нас тут не французская ривьера, и народ очень-очень одет обычный. Смотрите, какой мальчик интересный, в таком жилете вязаный, такой, знаете... Олдскул детки, такие мальчики одеты в белых шортиках. Ну и мама следом такая, курица на сетке. Там женщина вот прошла в красивом сарафане, типа как я. Вот. Ну а так вот, видите, снова пытаюсь поймать кого-то интересного, но с небольшим успехом. Девчонки очень многие в шортах, в коротких. Я тоже в таких хожу. Не только девчонки, девочки постарше. И вон девчонки сидят, целая такая группа. Все в шортиках коротеньких. Вон девочка идет в красивом платье с такой плетеной корзинкой. Надеюсь, что я успею ее заснять. С ней молодой человек, очень такой нарядно, аккуратненько одетый, в рубашечке, в шортиках. Ну вот это вот такой нарядный стрит-стайл курортный. Они так встали красиво, чтобы я могла их снимать. Переведу камеру, а то мне неудобно, что я прямо так их снимаю. Без всякого стыда и совести.
Ну вот, дамы элегантного возраста. Ну, одна из них, во всяком случае, элегантного, остальные помоложе тоже. Очень просто, очень-очень просто одеты. Много животных, кстати. Здесь многие приезжают с собачками. Я обещала вам катание на фуникулёре. На самом деле он называется кабриолет. Называется... Ой! Воздушный кабриолет. Закончился наш короткий отпуск. Я хотела снять вот этот вход в нашу гостиницу. Хотела снять гордо развивающийся флёр де лис. Это флаг французской провинции Квебек. Не сказала Антарь. Французской провинции Квебек. Но он почему-то не развивается гордо, потому что нет ни ветерка, очень тихо. И он так подвисает как-то. В общем, красивые картинки с гордо развивающимся флагом не получилось. Там вот канадский флаг и флаг их провинции, они всегда висят рядом. Они очень-очень, как это сказать, не хочу сказать некрасивое слово, сепаратист, но они очень горды своим французским происхождением и своими французскими корнями, своим языком. Они всегда, многие из них вообще очень плохо говорят по-английски, даже в курортных зонах. Поэтому, в общем-то, они очень такие, даже какой-то момент они хотели отделиться от Канады и создать свое собственное государство, но референдум принял решение, у них был референдум, и они приняли решение, что они остаются в юрисдикции Канады. Девочки, если вы когда-нибудь попадете в Канаду, и у вас будет возможность сюда приехать, я очень всем рекомендую, потому что здесь просто райское место. Просто в любое время года здесь потрясающее место. Здесь очень-очень живо, интересно, красиво. Все сделано для людей. В общем-то, самый настоящий курорт. Поэтому, ну, это если вы будете в Канаде, и если вы поедете в Монреаль, то можете по дороге заехать здесь на ночь. Желательно, конечно, выходной, где-нибудь в пятницу или в субботу, потому что самый движ тут выходные дни. И, в общем-то, вы не пожалеете, я вам обещаю.